хотели приступить к торжественной церемонии награждения, я хотел бы сказать несколько слов, поблагодарить вас за ваш великий труд. Сказать вам большое спасибо, искреннее спасибо за то, что вы делаете, за то, что вы, несмотря на кризис, остаетесь флагманом не только химической промышленности России и Европы и мира, но и флагманом промышленности Вологодской области и Российской Федерации. Благодаря вам мы выполняем все взятые себе обязательства. Благодаря вашей работе устойчиво функционирует наша социальная инфраструктура. Выполняем каждого президента. Мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить уровень и качество жизни наших граждан. И только опираясь на такие суперсовременные, суперэффективные предприятия, как компания «Росагро», мы сможем это сделать в будущем. Орденом дружбы награждается Белов Николай Леонидович, старший аппаратчик синтеза открытого акционерного общества «Росагро Череповец». «Росагро Череповец». Важно то, что предприятие, вопрос о предприятии, дума о других. Предприятие реализует один из самых лучших, может быть, в Российской Федерации социальных пакетов. И этот договор, социальный договор о предоставлении помощи и поддержки семьям, работникам предприятия, он в Вологодской области является лучшим. Мы видим, как предприятие заботится о подготовке кадров. Те усилия, которые предпринимаются по подготовке высококвалифицированных кадров для работы на предприятии, заслуживают, конечно, всяческого поощрения. Химико-технологический колледж, который практически заново отстроил с привлечением инвестиций предприятия, уже оснащен по последней сборке. И в рамках заключенного соглашения между предприятием, правительством Вологодской области и Министерством образования мы тоже предоставляем ресурсы для оснащения этого уникального учебного заведения. Компания «Росагро» заботится о персонале школьной скамьи и возродила давно забытое еще в советские времена систему профориентации и профобразования наших детей.